Всем привет, с вами Джембо Макс, и сегодня мы с вами поиграем в игру Fortnite 10 часов подряд. Признаться, я никогда столько много не играл, и мне интересно попробовать, как это, что это, и выдержу ли я столько часов игры Fortnite. В этом видео я буду играть не один, параллельно будет записываться стрим, и на него могут прийти все те, кто захочет, и те, кто будут палить мой стрим. Поэтому у меня будут люди, которые не дадут мне соврать, что я поиграл в Fortnite 10 часов. Видео будет полностью состоять из геймплея со стрима, плюс каждый час я буду прерывать стрим и давать комментарии по поводу того, как я чувствую, что произошло и сколько топов мы взяли. Также, чтобы было интереснее, в этом видео я спрячу код на игру. Какую, на какой минуте, не скажу. Ищите, смотрите и посмотрим, кто из вас будет самый шустрый и внимательный. Но маленькая подсказка. Код появится ровно на 15 секунд и будет где-то вот здесь вот. Где-то тут. Вы сложно его не заметите, короче. Кто найдет этот код, обязательно пишитесь в комментариях. Посмотрим, кто из вас самый шустрый. Также, если этот видос наберет хотя бы 50 тысяч просмотров, то мы повторим этот эксперимент и поиграем уже совершенно в другую игру. Ну а мы начинаем и ставим таймер. Погнали. Спасибо за подписку, деп. С нами можно, но потом, где-то через полчаса, через час я буду менять команду вот так вот. Да не все так просто. Так, задницу нам точно никто не зайдет? Обратно, мало ли. Что, челики, говорят, задержка на стриме? Нет, она естественно будет, это я согласен. Red Kill, пожалуйста, не приглашай меня в команду, блин. Так, сзади нет никого. У меня есть джимпэд, можно на джимпаде полететь. Давайте пока здесь посидим, на самом деле у нас времени вагон. Это да. Нужно куда-то вот сюда вот застроиться. Блин, я их вижу, но попасть не могу, они... Попал. Я попал. Не, для следующей партии я скажу, ребят, что делать. На самом деле, просто надо будет написать мне в личное сообщение любой смс, я вас добавлю. Давайте за аирдропом. Давайте, да, давай. Ребята, за аирдропом, да? О, ракета, прям. Ой, ребят, там это, ребят, ракета, ребята. Так, ребят, вот Red Kill, блин, я тебя сейчас забаню, серьезно, потому что из-за твоих пригласов у меня лагает этот. Куда? Пацаны, нам джемпад, нужен какой-то джемпад. 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 Вот, окей, да, да, и джемпада нет. Да блин, слепой. Ребят, ну у нас 15 секунд для того, чтобы... Да, бро, окей. Ребят, 15 секунд, чтобы залутать. 5 секунд. У нас 5 секунд, да. Нам на дерево. Давай, драк, быстрей. Всё. У меня слюр, у меня слюр. Всё. Я не успею, наверное. Зона очень много дома. Давай, успеешь, мы в тебя верим, давай. Не. Red Kill, пожалуйста, о, господи, не хочу. Да, я вижу. У меня 4 рука. Блин, я не попадаю. Я кривая жопа. Он на крыше. А, он дох. Все. Господи, я вообще попробуем там. Давайте попробуем вот залутаться выкрика. Там чувака еще убил. Маленький. О, у меня есть чувак! У нас чуваки! У нас нафига не могу! В доме чувак! Возьми плюс, да не. О, нет, вот, сзади, аккуратненько. Окей. Ребят, посмотрите, по сторонам, мало ли меня сейчас обойдут. У нас в доме. Так, кто-то со снайпы херачит. Если я не ошибаюсь, у нас в доме чувак. Попал, по мне нужно. Да, у нас же чувак в зоме. О, мы... Всё. Это, кому стопа нужна? Кому стопа нужна? Внизу стопа лежит. Ребят, умница. Эпическая стопа внизу. В доме. Уходи, давайте туда. Ребят, слева, ребят. Слева спад. Справа чувак входит! Бумбоксы, господи, я вообще в деревне, я не понимаю, что здесь происходит. Справа, ребят, да. Один нулевый, который слева, справа... нулевый вообще. Справа который?
Так, лево, ребят, на 183-1. 183-1, ребят. 183-1, ребят. Лево. Застройся. Ебой, отлично. Я убил его. Умница. Окей, окей. Ребят, 5 осталось. Один остался, ребят. Один остался. Это тот чувак. Все, давайте да. убьем. Это 42, скорее всего. У меня, у меня он. Он едет, да. Он у меня. Сделаем, сделаем. Сейчас я бумбокс. Что значит бумбокс и что он делает? Он все разлетает. Все разрешает, все что можно. Давай бумбокс. Да! Ебой, с первого раза. Ебой. Интересно, пацаны, это... вы и изи ГГ все дела, это... У меня один. У меня два. Хороши, слушай, изи, изи на самом деле. У меня 4 бомбы. Вы прям топ-тима на самом деле, красавцы. Давай, Скаут, мы верим в тебя. О, это прям вообще все были. Ой-ой, тебя сейчас в задницу, наверное, стреляют. Спереди есть чуваки. Динамиты, динамиты, братан! Кидай, пока не... Ой-ой-ой, ты им сейчас, конечно, устроишь, братан. Ой, сейчас он убьет. Давай, давай. Слушай, а что у него не отнимается, я не понимаю. Он отнимает. Не справится. Ой-ой-ой, как опасно. Что? Там написали то, что убивает игрока из дробовика 162 метра. Впереди еще один есть. Он при... Да-да-да. Да-да-да. Ой, ты, господи, ты был как в Матрице на самом деле. Вот он поправил лаки. Так, подписочка. Дэп. РПГ, возьми РПГ. Ты прям варил лаки. Эмиль, возьми, Эмиль, возьми Скар. Если он возьмет топ, я офигею. Эмиль, возьми Скар, 3 человека против тебя. Он же Скар возьми. Сейчас, погоди. Зачем тебе ПХ? Парни, парни. Ну я не буду их рашить все равно. Зоне, 26 зрителей. Ребят, всем привет. Сколько осталось? Ну, в принципе, мы вот играем с ними одну катку, на самом деле. 54 минут прошло. Угу. Может, мне бомбоксы? Да нет, убирай, убирай бомбоксы. Тебе РПГ же. Знаешь, лучше посмотри, где они сейчас. Мало ли они сейчас подходят снизу. А, они на той горе, я видел. Сядь на самолет, сядь на самолет. А. Блин, я не хотел сделать. Нету. Спрашивают, зачем тебе бомбокс в конце катки? Нужен, да. Ой-ой-ой. Как там в смешариках пелось от винта? А, нет, нет, нет. Только не противника! Это, чувак скилловый вообще на самом деле. Как они так достают? Круто играют. Я даже не успеваю за тобой следить, что ты там делаешь. Топ-2, да, получается? Да. А нет, ребята, это... Нет. Смотри, их 4 осталось. Так мы же против складов. А! Хорош, хорош. Его вообще не успевает, что он делает. Вообще какой-то прошаренный чувак. Смотри, он и ловушку поставил, и все это уже сделал. Хорош, слушай, он может и вывезет, блин. Ни хрена, ни хрена. Он еще и попад. Что происходит? Что? Что? Я в шоке на самом деле. Нет! Слушай, не, слушай. Это я аплодирую. Я даже привстал. Это было очень круто. Это я смотрел, я просто офигевал на самом деле, как ты. Что ты делаешь вообще и строишь и успеваешь это делать? Это. Да. Это было очень круто, ребят. Короче, ребят, сейчас время 50 минут 06. Короче, 58 минут. Мы сыграли две катки за час, и в первой катке мы уже взяли топ. Во второй катке мы слились очень по-тупому, но Лаки, это, конечно, просто нечто. Он, блин, в конце так затащил. Я думал, он затащит, я просто от пацана офигел. В целом, сейчас самочувствие нормальное.
весело, единственное, немножко жарковато в этой кофте. Вы, надеюсь, заценили, да, какая кофта клевая? Ставь Лойс. Короче, мы играем дальше, и я приглашаю следующих игроков, которые хотят поиграть в Fortnite. Поехали. Кому тебе нужны? На что тебе патроны? Аптека. Все, спасибо. На М-ку и снайперку. А мне на РПГ дайте патроны. Я бы на М-ку тоже, у меня только малокалиберные. Малокалиберные могу все. На ракетницу дайте. Вот, ракетницу дайте, пожалуйста. Дайте на ракетницу патроны. Да, вот так, ребят. Ракета. Ракета у кого? Ракета давай. Ребят, тут синий, это тяжелый автомат. У кого ракеты? Аристош, у тебя ракеты есть? Да никакой ракет нету. Нету, у меня только средняя. И то у меня всего 35 патронов, мне вообще не хватит на самом деле. Что ищет кто-то? Ребят, 11 человек на самом деле. Давайте, может, облутаем здесь что-нибудь? Это... Да, тут летает помещик. Против нас два склада. А на 65 вижу коробку. Там. Челики есть на 28. Пацаны, чё по ресам? У меня рес вообще ноль. Ребят, кто-то едет. Вон. На 300... Да, 300. Стой, ребят, там... 62 снял. Ребят! Вот здесь где-то шастает. Вот же блин. Все, минус. Молодец. Спасибо тебе. Это он? Извиняюсь за музыку. Блин, там фиолетовый. Нам надо в зону двигаться, у нас этот, она уже пошла. Да, го-го-го, ребят. У нас самолет, пацаны. Вот он. Го-го-го-го-го-го-го-го-го. Стойте, быстрее, садимся, да, все. Го, все садитесь быстрее. Все, сели. Давай. Сели быстрее. Давай, от винта. Только не разбейте, прошу. Там большая банка, блин. Пацаны, там большая банка лежит. Ё-моё, я в тебе. Вы меня аптеку дал. У меня есть бинты есть, малёха. Вперёд. Блин, я говорю, что на стихийном полосе. Слушай, может слева наверх полететь? Ребят, прыгай. Вот, смотри, самый прыгай. Да, ребят. Бля, чё, а как выпрыгнуть? На А. Ой-ой-ой. Забыл. Я вижу на 37 самолёт. У меня граник, кому-нибудь граник нужен? Попал 86 челику, 86 челику попал. Я говорю, я снайпер бога. Он говорил, он снайпер от бога. О, дроп как у нас, да, падает еще? Или нет, или что-то падает? Банк, все, я его не буду продержать. Банк по причине... У меня челики на... На ком? Да, я... От того Ани! А где? Понял. Ребят, по-моему, сейчас поднимает снизу. Если не ошибаюсь. Да. Ну, палки. Ребят, среднекалиберные нужны, очень нужны. Иди сюда. Все, ранил. Я дам. Хорош сейчас. Йоу. Иди сюда, я тебя... Да, иду. Иди сюда, вот здесь, вот в этом уголку. Пацаны, помогите. Вот, спасибо. Ребят, пацаненку, где ты? Где-то снизу или что? Я не понимаю, где ты. Где он, ребят? Да, я снизу. На портале. Одного челика убил. А где он, я не понял. Он снизу. К тебе подлетают в коробку. Сейчас тебя будут этот пытаться задобить. Вот так будет. Где чел? Тихо, я поднимаюсь. Все поднимаемся. Давай. Поднимаемся все. Да, окей. Пацаны, мы как-то... Да, поднимаемся. Нам надо... Поднимаемся, да. Опа! Ребят. Тихо. Мы не в зоне. Ну чёрт. Сейчас нужно... Да, окей. Идите. Давай сюда. Тут дроп есть, тихо, сейчас. Я бы застал быстренько. Ребят, они сейчас снизу, нам нужно их спасти. Пацаны, по-моему, так кусок горы не в зоне. Ничего страшного. Смотрите, ребят, там с 333, там были челики.
И там были снайпера такие нормальные. Вон он. Ща, я быстро запьюсь. Подожди. Быстро пьюсь. Давай, давай, смотри, динамит. Да, давай, пей. Вот, миник один скинул, миник один скинул. Мне не надо. Ребят, сейчас они на гору, наверное, полезут. А хотя нет, вон они. Где они? Координаты. 332. Пацаны, кто-нибудь может дропнуть миник какой-нибудь? Я застрял! Не умри, подожди, пожалуйста. Джамбо, у тебя нет миник? Миник, объясни, что это такое. Маленькая. Это маленькая баночка. Нету, нету. Отправь 25 секунд прибавляет. Пацаны, мы не тонем. У меня бинты есть. У кого-нибудь есть миник? Не, бинты мне не нужны. 85. А где они? Ребят, были, вон, на 333, 352, на строительном вот этом. На свалке, все, вижу. Они все там, походу. Меньше, чем нас в этом. Давайте, да, это 100% подойдем к ним и закидаем. Да, это сквад. Потихоньку сейчас, может, и осилим их. Они в зоне, а мы не в зоне. Нам нужно сейчас будет бежать. Джамбо, правда, стреляешь, ты будешь. Ну, я понял. Блин, стреляй вроде по нему, а не это, не коннектор. Поднимите кто-нибудь наши. Давай я подниму. Где ты? Да нет, ползи ты вниз. Не успеешь поднять. Вниз ползи. Да успею я его поднять. Опа. И что, мы работали, ребят? Не-не-не-не. Надо было закрыть. Ну да, не подумал. Ничего, ничего, ничего. Да, там снайпера нормально. Да, мне что? Что здесь? Что сейчас здесь? Получит эти снайпера. Аристо, что давай здесь? Погоди, стой. Если что, у меня миники есть. Отлично. Брекинга спасай тогда. Да. Или давай я. Вот, блин. Не, там все, да, пошли, вы лучше втроем останемся, брейкинг в России. Нет! Возьмите миники, возьмите миники. Аристош. Да, Аристош. А. Да, ладно, пофиг, я так не могу. Вытащим, вытащим, вытащим. Давай попробуем, где он? Линия с Джамбо остался. Тихо, там снайпер будет. Я пошел на снайпер. Он сплэш внизу сидит. Внизу они, да? Во-во-во-во-во-во. 35, снес почти. 2 на 2 остались, пацаны. Давайте его сверим. Блин, надо было мне. Сейчас, блин, пробуй. Ай, блин! Он здесь, он здесь. Нет, это ребят. Да, у меня патрона вообще нет. А, все, минус. Да ну, блин. Так, ребята, у нас почти 2 часа. Пока 1:56, но будем считать, что 2. Мы чуть-чуть потом догоним это время. Короче, мы опять сыграли с пацанами 2 катки, но нам не удалось взять топ. Что-то мы косякнули. Первый раз умер Хэтлос. А нет, не Хэтлос, а может быть и Хэтлос, я уже забыл. Ну, в общем, весело и продолжаем. Состояние пока нормальное, но что-то же я немножко подустаю. Но самое главное, что пока не болит горло. И мы продолжаем. Зовем следующих ребят. Животина начинает болеть. Не, мне кажется, нет, в принципе... О, кстати, ребят, вот, видите впереди дом 19, там постройка чья-то. О, тяжело ранен. Красава, красава. Где, волчо? Короче, он умрет. Он снизу там, был. В этом доме 2 стопудово челики. Там постройка. Убит. Тепловизор зарешал. Там еще кто-то, по-моему. Да, там еще. На 45. Потому что нужно тепловизор. А, куст, о, там куст, лол. Да, я вижу. Я попал, вижу. попал по нему. Разок, но попал. Вон слева. Какой-нибудь есть куст на калибре? Мне всего-то 10 штук. Меня давайте 15. Я дам. Идем сюда, у меня крупнокалиберных, да фига. Спасибо, спасибо, спасибо. Не за что, не за что, не за что. Вон. Там внизу чел. Там еще челики. Вижу, под рулами.
Все, все, снял. Ребят, на горе челики. Ну. На горе? Ну вон, 95. Так, понял. На пиратах. Ё-моё! Застраиваемся, застраиваемся. Квадролом бесполезно стрелять. Дальнобойный. Да постройку сломал, что этот череп должен умереть. Тихо-тихо, осторожно. У кого-нибудь есть броня? Блин, нет. Ребята, они ушли оттуда, я вообще тепловизором не вижу. А кто тут стреляет? Ё-моё, головой прилетело. А я вижу. Вон, 101, они там внизу построили. Снизу, они снизу. Тихни! Да. Мне звонит все. Давай. Их там еще кто-то жмет, кажись. Ну пусть их зажмут. Блин, среднекалиберный гонит. Закачиваться. Пожалуй. Летят. Так, чуть-чуть снял. По хилу вообще. Блин, у меня от синего этого экрана нет. Вообще. Вниз они, вниз пошли. А, на, возьми бинты. Бинты возьми. Что такое? Опять нас... Я бинтики возьму. Ребят, справа, справа, все аккуратно засели, справа, справа, все засели, пока не подавайте виду. Лечитесь и так далее, ребят, никуда не убегайте, ребят, стой, 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 сейчас. Давайте по умному сыграем. Хат, так, давай только застройте там хорошо. У меня мало, 8. Тоже нужен. Ребят, среднекалиберный очень нужен. Я тебе скину, ну, там 20 просто. Ребят, может, давайте понизу. Понизу. Да, может. Давайте на разлом. А где разлом? Разлом. Ребят, идите ко мне. Ко мне все. Кому? Идите к Гарику. Гарику идите. Давайте, быстро. Стой, поставь. Куда полетели? Куда? Ну, да. Не знаю. Не предлагаю вот так, на гору. На гору? Вижу вперед, которая? Впереди. Ребят, куда? Я не долечу. Вниз вот в этот вот. О, нет, тут чел. Походу. Да, тут чел. Убираем его, убираем. Иду. Могу я наносить бочки пыли? Дамага, пожалуйста. Где он? Не вижу. Все, убили его. Я профессионал застрял. Нет. Ребят, средний калибр где? Ё-моё. Сейчас. Стой, давай сюда. Ё-моё, у него новый компакт. Обороняй нас, обороняй. Обороняй нас. О, лут летит. Ой. Всё, сидим пока. Он один чел наверху. Чисть, лечись. Легендарный, который сильный. Он тут. Я ему 30 кп дал, а все. Больше ничего не смог. Ребят, давайте... Блин, куда можно? Бонус. Хана ему? Он наверху, на Z, он на Z. Он наверх пошел. Мы не в зоне, надо идти. Тут риф, даю зайти риф. Подъеду. Давай. Готовы? Да. Не знаю, куда лететь. Сейчас куда-нибудь полетим. Давайте, может, наверх к ним постройку. Ребят. Вот сюда. Ребята, Хэтлсу. Хэтлсу, ребят. Как раз мы сверху и сейчас... Да, а... Строй. Блин, у нас... Макс у нас. Да, я понимаю. Макс, у нас тут чел прям. Да, понял. Прям тут. Палю как могу.
бокса нет? Нет. Он упасен. Чуть-чуть ему. Сверху, сверху. Я не понимаю, где он. Вон он там. Где там? Там же где был, наверху. Вот он. Да что ж такое, ну. Ну где он, где он? Блин. Нет, ё-моё, нет, нет. Буря, всё. Пусть будет так. Не, минус. Да, тут бессмысленно. Блин, не, все. Топ-2. Так, по нам стреляют или что, я не понимаю? Это я. Что стреляю? 200, по 200 там есть. Воюет. Блин, лаги сильные. Не вижу. Ребят, смотри. А, нет, там не строится. А, строится, да, ребят, 200, да, там строится, ребят. Вижу. Попробую снять кого-то. У меня есть этот разлом, мы можем... Придавить. Ну, пока что не надо. Рушим построить. Да, давай, что-то. Все, минус. О, я кого-то убил. Ну что, может быть... Полетим туда, добьем, нет? Если не заложат. Тепловизора никого нету? Иди сюда. Нет, они строятся, там строятся. Не, поднимут. Они строятся там. Так... Они поднимут сейчас. Справа, 245. На горе. На горе, ребят. Не вижу вообще. На маленькой, ну, чуть выше, на самой большой. Вот здесь, где я. Зачем ты пошел, блин? Ладно, за ним тогда. Давайте. Он с Богом. Давай. Да, давай. Ну, мы в зоне. Мы можем здесь и остаться. 160. Помада свой. Сзади. В смысле сзади? Там сзади. Где-то по 320. Ру! Что это? Я не понял, что за... А, меня самолетом скинули, да? Бегу. Блин. Макс, я потерял. Меня добивает уже. Стреляет за деревом 315. За деревом. Сейчас попробую. 115 за деревом. Блин. У меня разлом. У меня самолет. Не вижу его. Блин, у меня. Где разлом-то? У меня враг. Ко мне прилетел. Ребят, давай, разлом, давай, пошли. Сейчас на Гагика. Да блин, помоги. На Гагика хотя бы на гору. Он меня добивает. Бегу. Он вообще нулёк. Йо, спасибо за подписку, но тут у нас напряжённый. Все, убил. Красавчик. Там нулевый, походу, был. Да, я ему броню снес. Ё-моё, Славян, где ты, Славян? Кто у тебя? Славян? Прием, парни. Парни, прием. Да. Я понял, что это внизу. Два челика осталось. Блин, ГГ. Ну, еще буря, жесть. Давай, у нас есть время. Лутайся быстро. Быстрей. Давайте, ищите. Чё? Давайте поздно. Пора выходить. Пора проход делать. Да, пошли. Быстрей. Вот, на дереве. Да, 20. Под деревом. Под 20. Я ему...
он закинулся в ход. Я не могу выпустить. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Обходи его. Беги, беги. Да. Какой? Офигеть. Спасибо за игру. Это... Это было клёво. Как раз у нас сейчас... Фух, я немножко разволновался. Это было клёво. Ребят, мы поиграли уже в Fortnite 3 часа. Заняли топ 1 в этот час. Все было круто, но единственное фигово то, что некоторых ребят почему-то не засовывают в наши катки. То есть мы загружаемся, а они нет. Это проблема Fortnite. И немножко обидно, что вот некоторые люди, приходя сюда, не поиграют. Состояние после 3 часов. В принципе, все пока вообще офигенно. Единственное, я немножко устал сидеть. Но это все херня, на самом-то деле. Потому что я думал, что после 3 часов будет хуже. Играть интересно. Ребята, которые все приходят, они очень мега адекватные, очень скилловые по сравнению со мной. Потому что я вообще говно. Говно в Fortnite. Но, короче, идет 4 час. Сейчас даже таймер покажу, ребят. Да, третий час идет, да, четвертый, да, уже. Сейчас 3:04. Пусть идет. У нас осталось 7 часов. Погнали. Ребят, короче, такая тема, что у меня почему-то приостановилась трансляция, и якобы она не идет. Но в любом случае таймер есть, поэтому все норм. Короче, сейчас вообще херня произошла. Сейчас посмотрим таймер, сколько у нас. Идет 3,5 часа, и Xbox начал пудрить мозги. Почему-то трансляция запустилась после часа, но почему-то она стояла в паузе. То есть, по сути, изображение как бы шло, но она была в паузе, была типа кнопка ожидания. Я пробовал ее перезапускать очень много раз. Меня там люди отвозили, возили по карте, чтобы меня не убили. И в итоге все равно ничего не произошло. Мы слили катку. Поиграли, кстати, будь здоров, нормально. Там мистер Хуан нормально тащил. Сейчас я перезапускаю Xbox полностью, потому что почему-то стрим вообще никак не работает. И начинаем. Время у нас 3:25, и в 4 я сделаю коммент. Вот так вот. Ага, поиграл. Нет худа без добра. Короче, сейчас у меня такая проблема, что просто не работает геймпад. Он не видит микрофон, хотя микрофон у меня в целости и сохранности. Я не знаю, что с этим происходит, но, короче, после 3 часов игры начинается какая-то лажа. Ну, а давайте сейчас мы перезапустим еще раз и попытаемся подключить еще раз. Я добью эти 10 часов, я вам отвечаю. Ну, в общем, подключим сейчас микрофон еще раз. Я сделал сброс кэша на Xbox One, и это должно помочь. Потом посмотрим, как это, что выйдет, и посмотрим, добью я эти 10 часов или нет. Самое мясо — это популярный пикер. Так, ребят, но за 4 часа 2 топа — это слишком мало. Поэтому давайте подождёмся. Ребят, прыгаем. А мы вчера с Хуаном взяли 10 топов. Нифига вы. Да. Нифига. Да, ребят, у кого-то эхо, отключайте микрофон и готовите во время. Или переходите на приложение. Мастер? Нет, не мастер. Ты не мастер. Алло, если переходить на приложение, то не слышно. А, игру не слышно? Блин. Ну, через телевизор это вообще не мастер. Мастер, это реально не делает, он тебя кидает. Да блин, это вкусно. Я просто... Так, блин, ребят, прикройте, пожалуйста, ребят. Да-да-да, справа, да-да-да, вон там, да-да-да. Мастер Хуан смотрел на него. Мастер Хуан... Я еле одного убил, но второй еле догнал. Господи, у него такое тупое лицо. Спасибо большое. Эй! Я любя! Ну ладно. Если любя, ладно. Мне прикольно, просто она моргала очень, это редко. Я бомбил. А где ты чё? Я слышу. Ребят, он куда-то вот... Он в домике. Он в домике. Он спрятался в домике. Сейчас помогу. Минус забил. Все, минус? А? Моё! Ну да!
стой! О, нифига, давай. Сейчас, погоди, у меня нет хилки. О, спасибо. Да вот я скину, ого. Пацаны, там куст ходячий! Там куст ходит! Да, сейчас. Иду кишмыш мой. Кишмыш? Кишмыш? Да, можно поиграть. Да, можно поиграть. Технические проблемы потом будем обсуждать, потому что у нас полная жопа. Добиваем, Бежим, братиш. Да вы где? У него нет! Его сняли, все, какая. Я убил, готово. Ищи. Где он? Где он? Что-то я потерял сейчас в игре. Где-то центр, походу. Да, на центре стоит. На шарик. Что мне не надо, не юзай шары, это плохая идея. Не-не-не, наоборот. Нет, я тебе про то, что там на шарах кто-то летал. А, ну конченый просто дал мне. Они хотят умереть поскорее. А, вот в центре сидит дебил. Да. На крышу видишь? А, вижу, смотри. Чё, тихо-тихо. Ты мешка, чё смотри. Эй, вот что-то я... Ещё вот сзади, ещё сзади. Всё, минус. Пешёлка моя, я её нашёл. А, вижу. Вот сзади ещё какие-то чугайки. Ну, славян, да, минус? Сзади ещё... Вон, да, на шарике. Минус. Хорош ты, мешка. Всё, пацаны, готово, зачистили все. А что-то я присоска майнера, он отдал. А ну не отдам, моя присоска. Не хочет. Так, ребят, стой, давайте чуть потише, потому что это как очень это. Не, сейчас просто на эмоциях мы вообще не поняли, что сейчас происходит и тому подобное. Там не на эмоциях, мы просто общаемся. Короче, смотри, мы разнесли всех в приятном парке. Это кратко. Все. Если кратко, то да. Так, ребят, давайте поделим сейчас оружием и тому подобное. У меня, например, вообще нет среднекалиберных. Вообще нет. У меня 32 и тому подобное. Мой чопку это вам кусал. Я ему дал. Можно со мной, но... После этой катки. Лови ты! После этой катки еще катки. Ребят, у кого-нибудь хил. Сзади еще. Да. Все, обнимай, мать. ХП вообще нема. Вон сзади, где на доме, где мы были. Там рампу сломали. Вон в доме челик. Дали? Дали? Вроде. Да, в домике внутри, вон, смотрите, ломается. У меня бомбокс, стой. Где бомбокс? И там двое. Вон еще. Аккуратно, ребят. Поэточка. А чё это чмак? Ребят. Зачем так жестко? Ну, топ-10. Я топ-5. Россия. Да. Лапнул. Ну, там зоналы. Их трое. Я думал, убили одного, да? Можно не так. Да, убили одного. Еще один лег. Мне ломает. Мне сейчас приют, я лов. Душим его, пацаны. Где он? Ебой, хорошо. Я бачу, что тут. Все, поднимаем сейчас и лечим. Произошла беда. Самое главное. Возьмите. Хенри, ну блин, сейчас просто на эмоциях все, и мы сейчас это... Ребят, давайте потише, потому что ругаются. Говорят, что вы неадекваты. Да, вы просто очень быстро говорите, так получается вообще жопа. Чуть собраннее. Сильно заява, ну. Так, смотрите, ребят. Все вылечились, у кого-то есть хилки? Артёмка, у меня не майки. Плохочка не купит. Чего нету? Блин, я вот думаю, что взять. Вот. Ты что-то было? Я кал выкинул. Если челики пришли, скоро. Зарядник можешь взять. Вот, дурень. Мне некуда идти. Вот, дурень. Хочу зарядник. Гранатомёт. Кому гранатомёт брать? Ой, кто хочет зарядник? Ребят, среднекалиберных в каком-нибудь море есть? Прям очень много. Среднекалиберных море нет. Давайте помпу возьмем. Мало ли пригодится. Блин. Ну ладно. Попадай шарик. Самолет летит.
Так вот я думаю. Так вот я думаю. Они меня видели. Давайте вот так. Давайте вот так. Они не видели. Да нет. А какая-то не. Блин, клаву не хочу подключать, потому что у меня всего одна клава и все. И мне с ним подолучше, да. И мне с ним подолучше, да. Клава, голова, клава. Максим, Максим, а как назвать люди, у которых есть Xbox и PS? Консольщики. Консольщики. Были какие-то еще варианты? Блин. Ну хотя. Все, меня минус, ребят, там со снайпы сняли. Ребят, там со снайпы сняли. Лицо хочешь? 3 метра. Получил лицо. Так, я минус. Не доползу, ребят. Не доползу, ребят. А у меня ребят, слева от вас, слева от вас. Слева от вас, слева от вас, слева от вас. Там босс, смотри, там босс, смотри. Темп сможешь вылечить, нет? Я банки все, бросайте, пофиг. Мы тебя не вылечим. Ну смотрите, у меня помпа есть. Ну смотрите, у меня помпа есть. Подожди. Я не знал. Я не знал. Блин, у меня костер есть. Блин, у меня костер есть. Согласен, да. Согласен. Вы видите, меня сняли. Вы видите, меня... Там один лоу, есть лоу, есть лоу, вы видите. Так, так. Как наблюдать? Как наблюдать? Нокну есть. Кохай его, давай, давай, хорош, хорош. Кохай его, давай, давай. Готово. Муж, муж. Хорош, хорош, хорош. Да, парни тащёры у нас. Да, парни тащёры. Бери легендарный. Бери легендарный. Если после выхода игры она в EXS равно ровная. Бери. У меня нет твоих скиллов. Типа есть демо-версия, видимо, и на банке, на банке. Можешь играть, если я так понял. Ты можешь ходить тоже, упать маску, упать маску. Блин. Ребят, у кого? Не, я эхо. Эхо. Жесткое эхо. Жесткое эхо. Это у мастера Хуана жесткое эхо. Да не. А, тут костер есть. Ну я и говорю. Да, есть. Поэтому и желтай. Блин, жалко. А еще он там запрессил чела, так что должен быть веса. Сюда иди. Со снайпы, конечно, жестко. Да, ресурсов? У меня вообще не может. У меня 100, 300, 200. Окей, окей. Спасибо, спасибо. Редактируй. Да я жду, пока ты доселишься до нормы. А там... Короче, погнали от клубок играть, как вчера. Ну, за мной понаблюдал, за мной понаблюдал. Сколько еще ждать? Сейчас вот эта катка будет. Сейчас вот эта катка будет. Сейчас посмотрим, как... А что, за мной понаблюдал Джамбо Макс? Не, на самом деле катка идет, поэтому не бросаем. Сейчас как раз, да. Сейчас, ну-ка, по таймеру у нас 10 минут, на самом деле. Ну, сейчас катка закончится и приглашу еще троих. А почему опять скинулись 30... Ой, 29 человек? Что лучше, купить РДР или подождать Киберпанк? Лучше купи РДР, Киберпанк, ты заколебешься. Ждать, если ты его заколебешься. А ты только Форт? Да, сегодня только Форт, я буду 10 часов подряд играть в Фортнайт. Пока мы поиграли уже 4 часа. Справа еще один. Челы стоят. Вижу, вижу, трое. Зачем? Зачем ты палишь? Сидели это кефир, он тупо бежит, он даже строится. Да какая разница-то? Откуда ты? А, в натуре кефир. Там три кефира. Вол, смотри. Там тупо три кефирничка. Давай пойдем, давай. Завалил, нет? Я что-то пропустил этот момент. Не-не-не, мы их троллим. На мужика. Троллим. На мужика. Произошел троллик. Опа, смотри, смотри, вылетай, смотри. Там на шарик, там на шарик вылетел. Я вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Давай, подлетай. Странно. Где он? Он за... А вон он, смотри. Меня смотри, смотри, профессионал. Смотри, про, смотри, про, смотри. Ну, смотри, ну. Профессионал. Ну, ну. Говно ты не профессионал. Говно ты. Еще кто-то. Давай, вот сзади, сзади, ребят. Сзади, ребят. Иди ко мне, они узомеряют. За деревом. Ну подожди, ты куда убегаешь? Помоги. За камнем или за деревом челик сидит? Камень или дерево где-то там? Мне кажется, он за деревом. Он за деревом. За камнем или за деревом? Да, привет. Еще раз решил свой вопрос, только поподробнее. Я не понял даже вопрос. Там нету. Ну, все равно пробный, и что? Он за камнем. Понял. За деревом. Он на дереве.
смысле? А нет, он на дерево. Ой, хорош! Ой, хорош! Одного ногтя на дереве, на дереве ногтя. Это было. Там еще двое. Я вижу. Хорош, хорош. За деревом еще один. Еще за деревом. Последнее, он его поднимает. Я заберу. Пельменечка, пусть его. Сверху! Он еще раз забил его. Пельменечка! Ну, парни, чтоб это... ты понимал, я... Это было я круто. Это было круто, это было круто. Сейчас смотрим на таймер. Мы уже поиграли почти 4 часа. Сейчас таймер длится 3.54. Я даю комментарии в 3.54, потому что мы меняемся командами, прошел час. Единственное, у нас была загвоздка в том, что Xbox почему-то плохо начал воспроизвести трансляцию. То есть почему-то была кнопка нажата «Приостановить трансляцию», и она никак не вырубалась. Мы не сумели взять топ-1 в этот раз, но было довольно весело. Пришли двое чуваков, мастер Хуана и его друг, и достаточно круто играли им респектос. Состояние, на самом деле, уже подуставшее, как бы уже такое вяленькое, но хорошо, что не болит горло, это самое главное. Вот, мы продолжаем играть и зовем следующих игроков. Поехали! А, вот, короче, после 4 часов проблема опять повторяется и появляется вот такая фигня. Вот, поглядите. Видите, стрим идет, но он не дает продолжить трансляцию. То есть я врубаю ее, к примеру, начинаю заново. Мало того, что она долго грузится, ужасно долго грузится, так она еще потом и опять не врубается. Но, знаете, на самом деле, мне кажется, что проблема связана с миксером. Якобы трансляция останавливается, и он еще ту трансляцию, которая была до этого, он ее сохраняет, и поэтому опять не дает ее возобновить. Короче, на самом деле, мне кажется, плохая идея приостанавливать трансляцию, поэтому, наверное, теперь я буду так делать каждые 2 часа. Бред, на самом деле, и Xbox меня сейчас капитально подводит. Прям капитально. Я даже не знаю, что делать. Перезапускать его, не перезапускать. Ну-ка. Камера горяченькая. Вот. Короче, наверное, я перезапущу сейчас бокс. Короче, проблема с запуском трансляции опять повторилась, и почему-то она теперь вообще не запускается. Давайте мы перезагрузим сейчас экстренно Xbox. Все, мы перезапустили Xbox. Сейчас он полностью отключится, геймпад отключится. Сейчас я его на гарнитуру. На самом деле, мне надо было догадываться, что пройдет не все так гладко, как я хотел бы. Потому что я думал, сейчас вот, каждый день, каждый час буду приостанавливать стрим, и все будет, все чики-пуки. Но не тут-то было. Я не знаю почему, но Xbox жестко лагает. Я тоже его слышу. Сверху кружит. Забей, лучше пока не трать патроны, мне кажется. Хотя... Снял, ау. Это немножко обидно. Я сломал самолет, сломал самолет. Хорош. Отлично. Все, я его положил. Так, сейчас прошел. Минус. Стой. О, сундук. Забирай. Ребят, ребят. Степан, Степан. Снизу. Степан, снизу, снизу. Да-да-да, прям под тобой, давай, смотри. Да, прям под тобой, прям под тобой, слева. Стой, посмотри назад, назад, посмотри. Ну, что? Степан, направо. Вниз, 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 внизу. Степан. Степан. Не даёт. Блин, ну может я неправильно подсказывал, блин, жестко, я не знаю, почему ты его не видел. Ну, кстати, ему, блин, 17 этих, 17 здоровья остались. Блин,
Жалко. Я не так, успел ребят... еще захилиться, он мне много здоровья снес. Так, да я понял, да, но были. Видишь, проблема в том, что не заметили его сначала. Так, комментарий обещан. Играем пока 4 часа 51 минуту. Пока все весело, но топ-1 мы еще не взяли. Самочувствие более-менее нормальное, но я уже подустал. Именно глаза немножко закрываются. Плюс Fortnite что-то играть надоело, и охота его вырубить. Почти 5 часов, нам осталось еще, по сути, сколько? 5 часов. Так, короче, осталась половина, и мы продолжаем играть. Ребят, чем выше заберемся, тем... Нам нужно костюм... Вот сюда, сюда, на вот эту гору давайте. Давайте. Ставьте прыгай. Костер. На... Прыгай. Видно, у нас одинаковый звучит, что ли? Сюда вот костер ставьте. Да, наверное. Вот сюда костер ставь. Тихо, тихо, на нас не ⁇ -мо ⁇ Понятно. Меня вырубили. Ничего, что, меня. Простите. Кто-нибудь вылетит? Нет, тихо. Сзади, сзади, сзади. Сзади. А, жесть, сзади. Хорош. Я минус. Ай, блин, нас двое челиков расстались. Блин, видишь, проблема была в том, что это... Блин, такой хороший лут был. Я двоих кокнул, один у них там меня сзади. Очень хороший лут был, блин. Вот это была самая обидная катка, правда. Блин, там такой просто шедевральный лут. И вот надо было им нас зарашить, блин. Шел шестой час игры. Состояние на самом деле становится хуже, хочется уже есть. И мы все еще взяли только 2 топа. Но... Короче, что-то я уже заколебался играть в Fortnite, на самом деле. Прям вообще. Благо, Xbox пока не тормозит, и стрим все идет, идет и идет. Вот такие дела. Экстренное включение, ребят. У меня отключился интернет. Вообще, меня выкинуло с игры. У меня отключился стрим. Чё? Вообще сейчас полная хрень с боксом происходит, потому что подключения к Xbox Live нету, но я слышу людей. Ребят, вы меня слышите? Прикол в том, что у меня Xbox пишет, что у меня нет интернета, но я вас слышу. Ну да, типичная тема для Хуана, норм. Короче, запускаем стрим повторно, сейчас сколько у нас времени? 6:32. Блин, как я буду клеить, я даже не представляю, потому что сейчас тайминг сбился полностью. Ой, там. Одни у меня же телевизор, я крутой. Идут. Они идут к нам. У них снайперки нет хотя бы. Это радует. Да, трое. Бросаю этого. Они динамитом еще кидаются. Один к тебе идет, Жора. Тут уже. Да, уже все вижу. Ну как греной можно было положить? Да ё-моё, я не могу, не понимаю, как они так убивают, серьезно. Я просто упал и все. Ребят, есть такая тема в Fortnite, что пищит что-то? Это, короче, у них что-то с серверами, и в инвентаре там не прогружается, и писк всё, такой. Всё, всё. Да, всех... да, да. Этот, как его, короткий. Да, такой. Ну, всё, пришло. Потому что я думал, меня глючит, и что-то вообще... Спасибо. Идёт 7-й час. И... становится все сложнее играть. Если в Fortnite, если ты играешь, например, в Call of Duty, да, с каждым следующим часом ты играешь только лучше, потому что ты даешь, так, извините, даешь, короче, ты привыкаешь к
к этой скорости и играешь лучше. В Fortnite же наоборот. С каким, ну, со временем у тебя появляется почему-то больше пинг, все больше лагает, и ты менее сконцентрирован на игре. Ты уже чисто вот играешь, потому что так и есть. Вот, состояние, в принципе, неплохое, но на самом деле в ушах появляется какое-то давление, и типа уже усталость, якобы ты делаешь однотонную, монотонную работу, и тебя это все бесит. Но у нас осталось еще 3 часа, и мы играем. Ой! Смотрите, парни, вот там парад. Вот этот парни, 10.53. Я знаю, что надо. Все, короче, я буду плакать. Ой, я люблю один такой прикольный место. Ребят, куда нам мы? Давай на... А, стой, Сань, лети, короче, сейчас она сузится. А. Хорошо. Жаба Макс, смотри, я физику все ломаю. Ужас. 7.20 играем. Еще 2 часа 40 минут. Господи, я хожу по... У меня нога на воздухе находится, я просто не физично. Я еще на ней локотаюсь. Ускорься, Сань. Давайте на гору можно. Ребята, давайте, короче, погнали, оп. Ребят, советую вам, как еще иногда прыгать. Потому что если начну стрелять, я советую вам финтить. Вот так вот. Сань, вот желтое это, давай, пошел туда. О. Давайте, готовимся. Ну, я скажу, вверх, просто... Нет, тормози там. Оу, щит. Ребята, куда вы меня... У нас тейпы вообще нет, ребят. Это... А, Digital Baby сел. Ой-ой-ой. Ух ты, классно, Сань. Чего? Вы идиоты. Кто это сделал? Пацаны. Да фиг его знает. У меня ничего не было. Нахрен ты это сделал, блин? Мало того, что самолет просрали, так еще и жизни. Как ты упал-то? Ты самолетом меня задел. Оу, щит, сори. На, бери бинты. Давай, у меня есть аптечка. Я думал, никого не задел, ну ладно. Нет, я улетел вообще. Я устал на самом деле, блин. Вообще жестко. Давайте поднимаемся опять наверх. Или куда идем? Пойдем в город. Ну хорошо, Макс, что ты этот, не с, этот, не смотрел какую-нибудь золотая чаша, золотая 10 часов подряд. Ну, да. Мог бы что-то запустить стрим, типа золотая чаша, золотая. Да, ребят, челика. 187. Тихо, не стреляйте, ладно. Надо было не стрелять, можно было просто обойти его сзади. А, ну хотя он дурачок. Отлично. Ребят, готовьте, сейчас его этот, дружки прибудут. Да, я говорю. Осторожно. Ребята, хастл кастл. Ох, ё. Круто. Ты что думал? Ничего так просто? Нет. Так тут еще есть одна сюрприз для них. Оу, щит, он сломал. Я упал. Джамбо, это месть за тебя, видишь? Я уже не сяд. Противник. Вообще. Сейчас подбегу в упорно. Так, есть? Есть. Есть бой. Бумбокс. Не, бумбокс, мне кажется, нахрен. Ребят, самолет! Да. Летят, готовьтесь. Сейчас, 10 секунд. Едет кого... щит? Есть, ох, щит. Не, щита нет. Осторожно, стреляют сверху. Наши воспользовались. Сверху, на нашем хаску. Короче, ребята, погнали. Ребята, погнали. Ломаем их. Нет, я их сломаю. Я обожаю бумбокс. Пробивайте. Им, да, давай. Бля, я не докинул. Ладно, сейчас я их сзади обойду, ребят. Готовьтесь. Попробуй. Сейчас будет мясо, короче. Подержите их пока. Все, ребят, я сзади них. Я прикрою.
Я их на себя отвлеку. Есть, есть ранение. Давай, давай, давай. Я тебе пока попробую на себя отвлечь. Где еще-то? Смотри, снизу, снизу один. У меня ми... Все? Сделал? Не знаю, кто еще. Еще кто-то жив. Я держусь. Я держусь. Блин, мне... Два хп вообще было. Где? Где тут? Все? Мы просто с вами протащим. Ребят, очень нужно аптечку. И панду, лав панду поднимите. Поднимите лав панду. У меня этот, есть бинты, тебе нужны бинты? Да, да, очень нужны. Сейчас бегу. У меня не поднимает панду. Так, ты где? Сейчас, тут вот. Давайте, я сейчас вам скину. Надо отредактировать. А, не да, что ли? Все, давай. Так, ловите. Ребят, смотрите, тут есть этих 4. Отлично. Так, я выпью. Ой, я выпью первую партечку. Сейчас вам дам. Панда. Блин, у меня 2 хп было, я не знаю, как он меня не убил. Хорош. Ну ладно. А ты кто стреляет? Давайте залутаем. Не знаю, так, кто стреляет. Нет. Да нет, кто-то. Да это не осторожно, я. Это... Осторожно, осторожно. Или челик, осторожно. Есть, слит. Слил. Панда, возрождай его пока. Я смотрю, что по луту. Так, ребят, берите пока тут все есть. Оу, щит, это я. Ребят, вот. Этот. Так, вы готовы? Погоди, не готовы нифига. А, блин, нам уже и это... Дельки нет, я могу вам дать отсечек. Ребят, ой, вот он, ребят, около нас. Чё? Чел около нас. Что у нас-то? Всё, что ли? Вижу. Сливаю. Я слезаю. Чё, ещё? Положил. Положил. Бежим. Бежим. Я его солью. Слил. Бежим. Бежим, успеем. Могу, Рэмбо. Рэмбо, давай их просто в зоне. Или Челикова, он убегает. Есть, хорош, сбил. Там еще спереди. Блин. А кого-то ранили. Осторожно. Блин, все, минус. Короче, мы играем уже 8 часов. На самом деле... Ситуация плачевная, очень хочется спать, давление в ушах все тяжелее, уже скучновато играть. Ну как, приходят новые ребята, повторные уже ребята, нет претензий к ним, есть претензии к игре. Что-то уже заколебало не брать топ-1. Мы всего за 8 часов взяли всего лишь 2 топа, и то в начале, и все это время мы просто играем. В общем, я никогда не думал, что так будет сложно играть 10 часов. Но, коль мы начали, мы должны продолжить. Поэтому мы погнали. Ой, так, сейчас посмотрю-ка. Так, сейчас, минутку, опа. Погнали. Лена. Во. Так. Ух, ё-моё, там сколько лута. Макс, погнали. Сейчас, ребят, сейчас динамит, сейчас я динамит подберу. Все, погнали. Пойдемте, может, пешком реально. Че у нас 1.5 минуты? Да ладно, давайте доедем до зоны, там уже пойдем пешком. Не-не-не, давайте до зоны пойдем пешком, мы сейчас
привлечем внимание, мне кажется, не? Ладно, ладно. Только мы по стелсу играем. О, Макса брони нет вообще. Да, есть такое. Поэтому я буду жрать грибы. Ты не ешь грибы? Ох. Так, у нас славян. Чуть отошел. Понятно, вроде двигает. О, тут не лутались. Го залутаем. О, Макс, запей броню. Наверху лежит. Да, сейчас. Вот, на шинах подпрыгни. Ну или зам заберись, как хочешь. Сейчас. Так, помповый синий дробовик тут. А, поздно, твою броню выбил славян. Славян, ты... О, ну, тут еще броня. Бей. Спасибо. Может, нам на эту гору как-нибудь добраться? Так, есть у нас снайпа, есть, в принципе... Среднекалиберных много у кого? 156. Понял, тишина. Еще. Так мы на гору идем или нет? Да вот сейчас подумаем. Давай пока посидим тут. Окей. Минут еще. А снизу подобрали этот? Кстати, странно, мы много раз сегодня брали топ-2, но ни разу не попали в хайп-зону. Пошлите. Все, погнали. Я слышу самолет. Поправка, на мне люди. Мысли на тебе люди. Прям на соседнем хайграунде, ну, на этом точнее. Просто чуть дальше. Он вроде бы один зажимаете. А, ну и конечно. Стоит чуть-чуть, ребят, человека. полтинник. Стоит два человека, выстрелит он, конечно, запомнил. Макс, аккуратно. Я его не знаю, где он. Куда он убежал? Он вниз, походу, ушел. Но я не уверен. Может быть, но у него полтинничек. Да-да-да, он вниз ушел. Он. У него чуть-чуть осталось. Кажется. Где? Разобрали. Тепловизор, ребят. Я хиляюсь, погодьте. Ребят, давайте дробовик отдам кому-нибудь такой вот. А если можно не мою зеленую охотничью винтовку назад? А, вот она. Чё, мы можем полететь на рифте, у нее есть. Полетели? Пойдем на следующую, вот на этот, как его, на другую часть горы. Вот на эту? Сейчас. Да, вот эту. Ну тогда полетели, я ее знаю. Там, по-моему, есть на замке или нет? Мне кажется. Замка никого нет.
Просто давайте. Продаются маленькие банки, пожалуйста, да. И да, они продаются, но они за металл. У кого-нибудь есть металл? Тут сотка нужна. 155 металла. А, дай, пожалуйста, тут маленькие банки куплю. Давай. Держи. Спасибо. А, ребят, у меня есть еще этот, как его. Давайте скину, кто-то им лучше распорядит, чем я. Котел. Ой, не котел, а этот. Костер. Костер, костер. Фу, у меня вообще прям мозг кипит на самом деле. Ладно, соображает. А, тут, если что, есть разлом, но он за зоной будет. Если прыгнем, то сейчас. Да нет, еще вот здесь есть разлом. А, нет, давай. Они оба за зоной будут. Да, да, давайте посидим, пока посидим. Я полностью согласен. Полейте со снайпы и... А, у меня с тепловизором же есть. Но на самом деле, если на нас сузится, то норм. Главное сейчас не пропустить людей, которые будут по бокам. Ну что ж такое? А как... Чётко, ГГ. Как ты присоединился, чувак? Привет, привет, ребят. Ясно. Его надо кикнуть. Ясно. Его надо кикнуть. Он тупой, его надо кикнуть. Кикните его. Кикните его, он тупой, я не буду мешать. Кикните его, он шнит. Не, пацаны, на самом деле... Я не буду мешать. Макс, ты чё стоишь? Да я удалял с команды, ребят. Думали, что прикол, но... Мы, кстати, очень выгодно этой позиции сейчас. Вообще, да только нужно постараться... Ребят, склад, на, по-моему, остался. Где? Внизу. Давайте выше заберемся, это. Ребят. Выше забираетесь. Тут один чел. Забирайтесь выше. На мне. Я его убил. Все норм. Хорош. Живем. Выше забирайтесь просто и все, вон. Давайте со мной кто-то, здесь нормальная позиция. Я иду к вам. Фух. Ладно, я... Какой-нибудь есть среднекалиберные? У меня их 60. Да, есть. Ребят, нужно быстрее найти этих чуваков, и тогда возьмем топ. Еще три, по тепловизору. Три чела. Фу. Ребят, 114, давайте пальму по ней. Подожди. Это было зря. Нет, нет, не зря, их в зону может сажать. Киньте средний калибр, пожалуйста. Сейчас, у меня тепловизор, но я пока не могу. Ок. Нужно хоть. Да, это склад. Да ешь, смотрешь. Нормаз. Нормаз. Аккуратно, они снайпят. Они стреляют со снайперской винтовки. Все, у меня кончились патроны почти на всем. Ребят, строительство, давайте кто-нибудь за строительство, ребят, пожалуйста. Они с РПГ выстрелили. Блин! Блин, да, нам тут... нужно их хотя бы атаковать чуть-чуть. РПГшка. Я чуть в зону зашел. Идите ко мне, желательно. Да, вижу. Ребят, встречаем. Одному минут 25 дал.
У одного белое хп. Тут один около нас прям. Ребят, около меня. Да-да, вот этот, да-да-да. Чуть-чуть им осталось. Хорош. У меня нет патронов вообще. Мне средний калибр нужен. Попробуй, давай, скину. Ты не можешь. Ты лежишь. Давайте, 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 я верю. Тащите, ребят. Най! Хорош. Слышь, даже я не умер. Неплохо, ребят, красавцы. Ребят, и того сейчас мы отыграли уже 9 часов. Я не знаю, какая будет фокусировка и как будет лучше видно, что тут 9 часов. Но на самом деле уже бодрячком. Мы заняли топ-1 в последний час. Было весело, прикольно. Но знаете, Fortnite уже играть не хочется. От него немножко тошнит, на самом деле. Но мы продолжаем, и у нас остался 1 час. Алло, прием, прием. Прием, прием. Кананом. Это разнесущих, больше я попал. Ну, жалко, конечно, с вами сейчас. Минус один чувак есть. У меня есть для тебя миники. Два положил. Грамм сюда не работает, говно. Убит. У меня вообще нормального оружия нет, типа. У меня 9 хп, чего хотите? О, все, в минус. Я получил дробовик. Мне тоже минус. У меня вообще 0 хп, ребят, я вообще не играл. У меня 0 хп. Тащи, сеньор. Помидор. Воды когда идет. Обида, разочарование. Вот когда не надо, игра запускается. Когда вот надо, она не запускается. Закон подлости. Ой-ой-ой, сейчас по... Ой-ой-ой. Слушай, Страм. Ты что, убил его? Да. Чё, у меня там... Плохо, все. А, все нормально. Ну, да все, ГГ. Сеньор, попробуй еще раз прицелиться. На, баре. ТГ! Ой, сейчас забьет их. Блин! Шутка. Джамбус, по твоим глазам тебе уже плохо. Не, ну мне неплохо, но я подустал. Давай, хорош. Ой, хорош. Минус один. Думаю, завтра ты простёшься ниндзя. Да я очень хорошо вставать. Ой, хорош. Ну как-нибудь, короче, ты проснешься. Думаю, все же на ней, которые с профа, знаете, типа. Завтра ты не проснешься, 10 часов подряд играть. Ну все, ГГ. Это было круто. Осталось 9.56, и я не знаю, как настроен фокус, но пусть будет так. Дам вам маленький комментарий по поводу того, что произошло. Мы за 10 часов поиграли, наверное, с людьми порядка около 20 точно, а то и 30. Много было желающих поиграть. Было достаточно весело. Но нас в это время подводил Xbox и подводила сама игра, что некоторые люди не могли зайти. А Xbox подводил тем, что перезапуская трансляцию, он почему-то ее не перезапускал. Я не знаю, чем это было. Также были проблемы с микрофоном и с присоединениями катками. Как я сказал ранее, люди просто не могли приконнектиться, и поэтому мы много каток, много времени потратили именно на подключение. В целом, прикольно, но... Знаете, на самом деле это требует больших затрат, усилий и тому подобное. Я когда начинал этот эксперимент, я думал, блин, сейчас просижу, 10 часов поиграю, изи. На самом деле это ни хрена не изи. Может быть, это все потому что Fortnite, но честно, после столько времени именно игры Fortnite, меня от нее тошнит. Мне уже больше просто не хочется заходить в нее, хотя мне, в принципе, она нейтральна. Хочу поблагодарить всех, кто приходил на сходку, всех, кто смотрел стрим. Это реально было прикольно, классно и здорово, на самом деле. Потому что прикольно поугарали, посмеялись, заняли даже 3 раза топа.
Ну, на самом деле это было мало для такого количества времени, но все равно прикольно. Что могу еще сказать? Никогда и ни за что не делайте такой эксперимент, а именно 10 часов не играйте в Fortnite. Поверьте, это немножко хреново. И не советую. Остается 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Все, ребят. Мы победили. 10 часов. 10 часов игры Fortnite. Все, на этом можно закончить, и что могу сказать? Никогда не устраивайте такие эксперименты. Никогда. Никогда не играйте 10 часов в Fortnite. Большое спасибо вам за просмотр, что досмотрели этот ролик до конца. Если кто нашел код на игру, отпишитесь. Я хочу знать этого везунчика. Знаете, и хочу сказать, если это видео наберет хотя бы 50 тысяч просмотров, то мы устроим еще один раз, только уже в другую игру, будем играть 10 часов подряд. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Ох, надо спать.